Аким города Габит Сыздыкбеков ознакомился со строительством ряда предприятий, строящихся в индустриальной зоне Жулдыз. Предприниматели озвучили ряд актуальных вопросов по возврату земельных участков и обеспечению инфраструктуры. Глава Шымкента поручил ответственным оказать предпринимателям всестороннюю помощь в рамках мер государственной поддержки. При полном запуске ТОО «Ферум Констракшн» и «Хемикал» будет производить 60 тысяч кубометров железобетонных изделий в год. Сейчас здесь строительно-монтажные работы завершены на 90%. Запуск предприятия планируется в текущем году. Вместе с ответственными глава города также осмотрел строительство ТОО «Уан Чэнг Керамик» по производству керамогранита. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 40%. Первый этап завода планируется запустить в следующем году, второй в 2025 году. Предприятие «Южный пластик КИЗЭТ» производит канализационные трубы для домов. Производственная мощность завода составляет 600 тонн в месяц. Глава города также проинспектировал строительно-монтажные работы данного предприятия. Проект будет реализован в этом году.